Game on. Всем привет, друзья, с вами Бомж. Сегодня будет серия по бомжу, и у меня есть очень серьезный челлендж, потому что наград не так много в этом сезоне. Я не смогу купить Brawl Pass, но я открыл 30-й пункт, и это значит, что мы можем попытаться ее выбить. Правда, перед тем, как мы это сделаем, обязательно не забывайте подписываться на канал. Закиньте лайк, может, ваш лайк поможет в везении, хоть я ведь в эти вещи особо не верю, но иногда бывает такое, рандом, просто ролик записываешь, бац, и там лего падает или еще что-то. И обязательно не забывайте подрубать код ММА. Спасибо большое всем, кто поддерживает. Смотрите, момент есть такой, перед тем, как мы начнем открывать боксы, у меня есть вот такой вот квест на косарь награды. Нужно нахилить чисто, сейчас будем лекарем в гемах. И еще момент. Перед тем, как мы пойдем открывать боксы, смотрите, я каждый сезон играю, если зайти в магазин клуба, закупаюсь только очками силы, потому что я придумал более агрессивный, более дерзкий способ, как можно прокачать аккаунт без донат. Смотрите, уже, грубо говоря, вот Сэнди добить уже 6 персонажей 11 левела. По голде, конечно, будут проблемы, но самое главное, скупать все поинты, чтобы как можно скорее всех прокачать по поинтам. И после того, как мы это сделаем, получается, будет падать уже только на тех, которые там еще не докачаны, и это будет нормально, по идее, сыпать. Поэтому такой план будет куда круче, нежели чем если мы просто пойдем там всех на 9 сначала прокачивать. Это сильно затянется. Поэтому я очень мотивирован. Ну, правда, сейчас смотрите, что будет. Это минус игра. Сейчас я вам покажу. Сейчас я зайду в игру, будет Wi-Fi значок, и вообще двигаться невозможно будет. И вот так иногда попадает на какие-то сервера. Особенно на 900+, мне так часто закидывают. Все, проще уже офнуться, чтобы бот сыграл, и это нереально. Скипаем эту качку, короче. Все, погнали. Вроде сейчас. Хотя чуть фризить, непонятно. Надо, по-моему, настройки интернета сбросить. Как-то очень странно работает, потому что если подключать кабель, чтобы не лагало, такой момент не особо выйдет, потому что я подключаю запись через шнур, то есть чтобы картинка была для компа, чтобы ее можно было захватить. Я это делаю через кабель. Получается, разъем захвачен, и, по сути, ты не сможешь еще и подключить интернет сюда через этот же кабель. Фига там чел залетает. Кстати, давайте нахиливаем чисто. Я не знаю, у вас были такие моменты или нет, но иногда ты играешь на 500, и там, по идее, все такие, как ботики, играют. Очень странно. Но бывают типы, которые прям тебя нахиливают просто в нокауте, особенно байроны, просто по КД тебя хилят. Я вот думаю, что прям хочется очень постараться такому челу помочь, победить и с ним затащить, но я вот начинаю думать, может быть, просто у него квест такой. Может быть, у него просто квест такой, а не просто он командный игрок. Ему просто нахилить надо. Либо же реально чел суперкомандный. Но такие мне прям попадались. Вот как сейчас я просто нахилю, пока да, вот такие типы в нокауте мне попадались, и я прям ловил большую мотивацию помочь им выиграть. Ну, блин, гаджет не нажимается. Хилим, хилим. У меня вот этот рикошет достал уже. Блин, куда полетел? Давайте еще хилим, потому что у нас квест. Можно еще самим покоцать хпшку. Мина. Походу, я вообще нормально не отхилил. Что-то тяжело дается этот квест. Хотя, в принципе, накидывал по ним нормально. Ну, давайте посмотрим, сколько вышло по цифрам. Два гаджета надо было еще скушать. Это тоже 2к было бы отхила. 20к. Ну, примерно, если сейчас нормально нахилить, прям какие-нибудь будут с танками рубило, то, в принципе, на изи. Какие-нибудь быки там, не знаю. Дэрилы. Посмотрим. Все, погнали. Опять тот же Фэнк, что ли. Я не успеваю хилить, он просто улетает. Давай, давай. Нормально, нормально, сейчас нахилим его. Чел побежал. Ёшкин кот, еще заморозили. Уф, сейчас и... Да, в принципе, если даже проиграем, пофиг, главное нахилить столько. Да уйди. Не, мы нормально сейчас хилим. Сейчас прям очень много дамага заходит от этих типов.
Так, нормально жизнь спасаем, еще ему. Один кольчик тебе, один тебе. Хилим дальше. Ладно, этому тычку дадим. Оу, чел. Чел решил под вагонетку попасть. Хилим, хилим. Но мне кажется, не хватит. Мне кажется, слишком мало. Хотя, если типа сейчас снесут, в принципе, нормально. Давайте гаджет съедим. Можно еще одну тычку вот так получить. И еще один гаджет. Еще. Ой, нахилим. Нахилим, нахилим. По-моему, хватит. Мне кажется, нет, либо сейчас один квест добьется, второй нет. Это будет вообще эпик. Эпик фейл. Фу, добилось. А, тут 13к всего лишь было. Я-то думал, куда больше надо. Залетает 1к поинтов. Мы добиваем 36-й пункт. И расскажу еще. Давайте сначала, смотрите, заходим. Уровень силы. И нам нужно накидать чуть на Сэнди. Теперь находим Сэнди. Жалко, вот здесь нельзя сортировать по силе. Было бы топ. Раз. Два. Блин, а три там вообще. Там один очень жалко тратить. Это ради 17 поинтов. Давайте попробуем лучше выбить их. И теперь еще пятеру мы купим на Эдгара. Ну ладно, Эдгар так Эдгар. Для чего я это делаю? Чтобы, если мы сейчас на Сэнди выбьем поинты, 17 поинтов, чтобы больше эти поинты не падали на нее, уже пошли дальше по следующим персам. И это вообще система, она по идее реально может помочь. Так, добиваем. И еще один. Все. 885. Теперь мы отправляемся сюда. У нас есть ли тут какие-нибудь маленькие поинты? 50. 50 стоит ли тратить? А может и не стоит. Блин, случайно нажал. А ладно, давайте потратим, чтобы добить. Пофиг на то, что сгорит там чуть. Зато голды дадут. Все, 17. Забрали. Теперь мы отправляемся на наши запасики. И я вам расскажу так, что испытание, когда было, по-моему, вот это был на спрей. На спрей испытание. Я потратил дополнительную попытку на бомже. И потом испугался, что в принципе может не хватить на следующий Brawl Pass. Но вроде бы я подсчитал, если не ошибаюсь. Если этот Brawl Pass полностью соберу, то он на следующий как раз вот ровно-ровно хватит. Один гемасик останется и все. Но если бы я еще потратил побольше, то тогда были бы реальные проблемы. О! Блин, 14 как раз хватило бы. А не, не хватило бы, 17 же надо. Ладно, мегащик пока оставляем. Забираем голду. Перса, по идее, мы уже можем найти, потому что мы его вот здесь разблокировали. Единственное, халяву не можем получить. Ну давайте пофиг сразу. 3, что-то 3. Уф, 160, это вообще... Вообще топово, но что так мало? 3. Это мне только вот эти поинты дали, карточку и все. Кстати, следующую клубную лигу можно будет уже и Эдгара добить. 8. Но это Старка. Блин, угадал. Лучше бы я не угадал. Нормально, на Макс Старка залетел. Кимасики. Так, что у нас осталось? У нас еще один мега ящик хорошенький есть. На Эдгара кинем. Пусть будет. И все, по сути. Один сочный мега ящик есть. Давайте его на финалочку оставим. И поинтов, кстати, сейчас неплохо дает. Нита. Все, последний мега ящик. Оп, десяточка. Пипец много, конечно.
Ладно, на биби кину, пофиг. А, вот еще один. Все, давай, мега ящик, не подведи. У нас уже 43 гемаса. 7, 7 этапиков. Не, не будет. Но поинтов тоже нормально насыпал. Итого, что у нас по итогу? У нас есть какой-то подарок, давайте его заберем. Вот здесь вообще ничего нельзя покупать, иначе голды абсолютно ни на что не хватит. Теперь мы заходим, прокачиваем Джесси на 11-ю, ставим ей гирс на скорость, у нас его хватает. Барли у нас и так 10, а, Барли у нас 11-й. Кидаем ему сюда на дамажик. Дамажика что-то вообще не хватает. Наверное, скорость стоила бы. И Сэнди. Сэнди, скорость уже стоит. И еще по-любому ставим дамажик. Только Старки нет. 11 левел, но нет Старки. И у меня с Леоном та же тема. Вот он. Без Старки. Окей, итого у нас уже 6 персов 11 левела и почти Эдгар 11. И так вот потихонечку ко всему 9 тоже потихонечку подтягиваются на 10, ну и плюс. Конечно, вот эта гонка с новыми персами, это пипец. Но я их пока не буду затрагивать, пока вот прокачиваем всех, кто близок к 11 и прокачиваем их на 11, так что будет топово. В общем, с вами был Бомж. Я думаю, что вот такие заходы я буду постоянно записывать, чтобы вы видели, что без доната тоже можно прокачаться и поднять всех на 11. Так что главное просто много на нем играть, все квесты проходить и так далее. В общем, с вами был Бомж, всем удачи и всем пока.